на других не едеть? Но я в гильдию напишу сейчас. Не могу пригласить члена другой группы. Пару раз пукнул. Я понял. У нас там эрдружка. Короче, два. Мне, кстати, надо сгонять в этот в вершину там меч выбить. За вершина. Аутгард. Да, там, короче, с этого с Эмериона меч падает. С нормальной скоростью атаки, а то мне ярость долго набирается. Мне вот эта вот хуйня одета на мне. Мне ж, по идее, побыстрее оружие надо. Вообще-то нет. Но все танковые эти мечи, топоры, вот эта вся хуйня, они все с большой скоростью атаки. Ты же пан отдал ему эти перчи? Нет. Ну вон друиду дай. А, как они оказались у меня? Ну, я смотрю, что тебе выпало, я думал, ты передал. Я не знаю, я не думал, что не вообще у меня кажется. Какой-то стати. Что-то он не занедил их. Ну, может, думал, что лут будет стоять, просто лут не стоял. Может быть. Короче, раз желающих нет, это крепко. Теми, кто есть.
Все-таки я, короче, не понял, как на Нубрикане вот эта параша работает, трой. Что-то скорость перемещения замедляется, и нужно рейндж друг от друга словить или что? От босса. А, от босса? А сколько метров? Да там немного. Даже такая, я не помню уж точно, тактика была такая или нет на самом деле. Короче, танк в момент этого каста, до него, до его начала, отбегает от босса, а хант врубает дух стаи. И так он его кайтит, короче, по кругу. А чё, босс начинает сильнее бить или чё? Нет, ну просто там ничего не прожмешь. Хотя, хрен знает, в чём смысл. Если хил-то может хилить. Чё, не охилить, не выхилить, что ли? Mm. Да. Ну, типа, не получится, наверное. Думаю, Мак вообще пишет, 3 в центре ты по кругу водишь как-то. Ну ладно. Забей, стой на месте и пусть тебя хилит. Ну, в принципе, отбежать нормально же сработало. А то первый раз я еще подвис и не понял, как рейд-то вайпанулся. Смотрю, уже развис и смотрю, уже несколько людей помирают. Дискон. Ага. Вот постоянно, когда я в аметистовую крепость попаду, блять, вот всегда эти атрибуты случаются. Сейчас хотя бы на 6-м портале, слава богу, а то обычно, блядь, там, знаешь, на 17-м, на 16-м. А КД вешается.
Будем надеяться, выпадет сегодня Триня. Сожжёл Неруба. Что там, Ардру не заходил? Не достаю, слишком далеко. Thank you.
Это огромная честь для меня, друг мой. Thank you.
что там камни какие-то уже можешь делать с Ювы? Ты скажи, какие я сделаю. А, ну, на стамину, в первую очередь, танку. Ну это еще и покупать же надо там прицеп. Ты камни давай. Ну это да. У Дэш мы сейчас на них тратить вообще неохота. Чуть попозже, сейчас я думаю, пока не решат. Не знаю, что будет с челиками, с теми, если они пойдут в ГИ. 25-ку надо будет организовывать. Я тебе сделаю штук 5. Ловкость, стамина. У меня тут излишек камней есть, но они будут простые, эти камни. Есть что-то? Что-то у нас какие-то боссы сегодня, которых 1000 лет не бил. О, вот этот хороший босс. Что там с ним? Древковые, нормальные. Зеркальце вообще глупость. Ни хрена не прокрыт. Че вот это за фигня, оптическая связь, ну что? Хер пойми, что он делает. О, хорош. Охереть. А у тебя послабее, да? Да, на 10 единиц где-то. Была 156, это 169. И еще она медленней. Супер. Тут вроде сласт, а у меня посох коварства. То ли отсюда, то ли с Нексуса, не помню. Эпический посох, он будет ловкость там обрывает мешку. Вообще древковый это мой любимый тип оружия. Ну, с лича предписывая ретрику вроде. Перед шеем. На этот. На Изенгарде играл ретриком. ОП. Там все ржали, типа, нафига ты ретриком носишь древковое, типа, это на друида. Поеба, печально, конечно, что Накс, я не помню тактики. Открывать, смотреть.
И по ходу дела запоминать надо будет, чтобы кто-то знал, знающий в рейде был. Там после первого вайпа все полезно становится. Заплесил эту пулялку, нет? Не. Да ты чё? Меня эта фигня вообще впечатлила на весь день. Расстреливал кого-то? Да нет, так. Как жаль, вот, вот просто пипец как, что в школе или в колледже я не знал про такую фишку. Был бы топным все времена нахрен. У меня получилось трехзарядный пистолет сделать на мизинец безымянный и средний по очереди раз. Чуть-чуть автомат будет вообще, блядь. А еще можно этот дробовик сделать, понимаешь как? Это вообще, ну на ту несколько резинок на один палец. Еще копья. Оружие массового поражения, реально. Ты прикинь, какие были бы битвы в этих... В школе там или в колледже. Это было бы просто. Какие там снежки. Вот, короче, если у нас Арти будет катать на РТ хотя бы, РШАМщик, то будет вообще круто. А так, вот этот Эрдру, тот шаман не заходил. Ну, короче, как всегда, напряг с хилами. Чё, ты завтра будешь? Я, да, конечно, каждый день.
должно быть.